Здравствуйте! С вами сайт 056. Меня зовут Москаленко София, и я расскажу вам о главных событиях в Днепре. Жители Днепропетровской области получат новые квитанции по оплате за газ. Уже в ближайшее время в каждой квитанции будет указано потребление газа в трех энергетических единицах – киловатт-часов, калорий и мегаджоулей. В Днепре водители маршруток избили пенсионера, который хотел проехаться на автобусе бесплатно. Об этом 056UA сообщили очевидцы события. Подробности читайте на нашем сайте. На днях в Киеве активисты Национального корпуса АЗОВ заблокировали центральное отделение дочки Сбербанка России. К такой акции подключился и Днепр. На улице Воскресенская отделение Сбербанка активисты зарисовали и заклеили. Таким образом, дам понять, что не только в Киеве, но и в Днепре работать российские банки не будут. Такими были новости Днепра. Оставайтесь с нами!